Владивосток, 16 сентября 2023 года. Привокзальная площадь. Железнодорожный вокзал. Здесь автобусная остановка, таксисты здесь стоят. Морской вокзал впереди. Время во Владивостоке 35 минут 9. Там находится центральная площадь. Спасо-Преображенский собор виден. Морской вокзал. Вот на эти пути приходят поезда с разных городов России. О, что это? Пацанчик греется или его наказали? Слышен саксофон. Кажется, есть такая услуга — прогулка на катере с музыкантом. Ну вот, саксофон, по-моему, играет. Может быть, даже вон на том катерке, который синенький, вон там виднеется.
бухта Золотой Рог, Золотой мост. Романтика, все дела.